Телеканал КРТ представляє. Голова уряду Денис Шмигаль вважає, що немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Прем'єр зазначив, що сьогодні коронавірус на наших теренах розвивається доволі помірно, на відміну від інших країн, європейських країн. Шмигаль вимагав, що Україна та весь світ стикнулися із складною ситуацією щодо коронавірусу через відсутність ліків та методології лікування цієї хвороби. Голова уряду додав також, що за останні два тижні до України в'їхали майже 2000 людей з Європи та інших куточків світу. Тому і в нас за два тижні ситуація може змінитися. Напередодні прем'єр анонсував формування стабілізаційного фонду. Пані Олена, а от як можна, в принципі, оцінити такі заяви прем'єр-міністра? І от яка дійсно в нас зараз ситуація з коронавірусом? Слава Богу, что у нашего премьер-министра голова на плечах есть. Потому что введение чрезвычайного положения при отсутствии, как мы сейчас услышали, у нас только формируется стабилизационный фонд, хотя он должен быть, да? При отсутствии стабилизационного фонда, при отсутствии медицины, которая бы действительно в этих условиях достойно боролась, и самое главное, при неготовности большего количества наших с вами граждан к вот таким подобным мерам, когда ты не имеешь возможности работать, не имеешь возможности водить своих детей в школу, ну и масса других вещей, то, конечно же, говорить о каком-то чрезвычайном положении – это довольно глупо, довольно безответственно. И самое главное, а есть ли на это основание? Вот как раз-таки, что касается гриппа, нужно поговорить. Я понимаю, что у журналистов работа такая нагнетать, да, и паниковать, и о чем, собственно, говорим сейчас в каждом эфире. Коронавирус, 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 и еще раз коронавирус. И ты открываешь любой канал, и одна и та же тема. Естественно, что возникает паника, а на самом деле никто не хочет с холодной головой думать о том, что это очередной N-й, 12-й грипп, который мы переживаем. Были и похлеще у нас эпидемии. И как-то сопоставляя прошлые эпидемии, сейчас ты понимаешь, что ну, нет никаких оснований для введения чрезвычайного положения. Даже те карантинные меры, которые уже в нашей стране приняты, они больно ударили по каждому из нас. Но при этом те меры, которые предпринимают для того, чтобы остановить эпидемию, их не то что недостаточно, они смешные и глупые. Вот давайте вспомним с вами буквально историю месячной давности. Новые Санжары. С такой помпой приняли этих людей, отсылали самолет. Все это начиналось и заканчивалось какими-то конфликтными ситуациями, мимимишными историями про то, как девушка не могла бросить своего шпица, и поэтому она не прилетела. Их встречали в защитных костюмах, их под конвоем полиции привозили в эти санжары. В этих санжарах их не хотели принимать местные жители, все это закончилось чуть ли не мордобоем с полицией. На прошлой неделе 42 рейса, никого не встречают в защитке, всех распускают по домам. Потом мы видим, что приходит поезд из Перемышля, то же самое, люди выходят, кто в масках, кто без масок, никто у них температуру не проверяет, все расползаются, кто в такси, кто пешком, кто еще как-то. Ну, то есть нет вообще логики никакой. Вообще никакой логики. Коль уж вы относитесь к тем, кто приезжает, а их больше 100 тысяч сейчас вернулось домой, украинцев, коль уж вы к первой партии украинцев, заехавших из Ухани, относились вот так, то точно такое же отношение должно быть ко всем, а не избирательное. То есть я не вижу, чтобы была какая-то последовательность у властей для того, чтобы серьезно, ефективно боротися з коронавірусом. А можливо така ситуація, що фактично просто представники бізнесу розповіли нашому прем'єр-міністру, що якщо буде от введений надзвичайний стан, то економіка встане і просто намалювали йому фактично... Прем'єр-міністру такої страни, як у нас, не потрібно об цьому розказувати. По-моєму, достатньо просто бути людиною з критичним мисленням, з економічним образованням для того, щоб зрозуміти, що вже за той період трьохнедільного карантину, який у нас в Україні введен, 4 миллиона людей потеряли работу. И их детей некому кормить, кроме них самих. Так ведь? Ты же не придешь господину Зеленскому к нему туда, где он там живет, на Грушевского 9А, приведешь своих полуголодных детей и скажи, накорми их.
Но такого же не будет, правда? Можливо, через кілька місяців. В даному случае нормальный премьер-министр прекрасно понимает, каким образом карантин скажется. Сейчас открываем ленту новостей, пожалуйста. У нас недобор по бюджету на 35%. То есть каждая третья гривна в нашей стране, которая должна была поступить в бюджет, ее нет. А это значит, что каждый третий человек в нашей стране, по сути, обладает нулевым бюджетированием. На него сейчас из бюджета вообще ничего не выделяется. То есть каждый третий врач, каждый третий учитель, каждый третий больной, каждый третий инвалид для Украины не существует. Нет денег на его содержание.